Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня у нас на дворе 30 апреля. И как раз таки в этот день, но только 20 лет назад, появилась на свет такая игра, как Motorhead. Как в принципе нетрудно догадаться по картинке, это игра из жанра гонок, аркадных гонок. Разработала игрушку компания Digital Illusion. Изначально она изготавливалась для консоли PlayStation, но потом перешла и на PC. Сейчас то, что вы видите на экране, может смотреться как-то корявенько. Но на начало 98 года смотрелось довольно-таки достойно. Если при этом брать в учет тот фактор, что в 97 году вышло еще Need for Speed 2. И эта игрушка, в принципе, NFS-очке 2 не уступала. Несмотря на то, что над NFS-ка работал брендовый разработчик. Эта игра футуристическая, то есть действие происходит якобы в будущем. Где, естественно, мы гоняем на вымышленных машинах, что, в принципе, очень было выгодно разработчикам, так как не было проблем с авторскими правами на спорткары. В основном мы катаемся в такой мрачной атмосфере, на, в принципе, немаленьком количестве трасс, которые были как длинные, так и коротенькие. И в игре их насчитывалось 8. Также в игрушке было пару режимов. Это одиночная игра, дуэль 1 на 1, соревновательные турниры, ну и сплитскрин, это где два игрока на одном экране. Что касается графики, на свое время она смотрелась довольно-таки достойно. Единственный момент, который мне не понравился в игре, это непосредственно управление машинами. Так как управление очень-очень сильно было похоже на управление в игре NPS 2. Там оно было не лучшее. Аналогично и здесь. Машины были очень каменные, практически неуправляемые. Но, естественно, это до поры до времени. Я не к тому, что они вскоре начинают управляться лучше. Нет, просто мы к этому привыкали. И, в принципе, игрушка получилась довольно-таки неплохой. Тем более, она очень хорошо заходила на 1998 год. Ну, наверное, просто потому, что на тот момент не так уж много выпускалось игр. Так как нормальные игры, которые выходили в 98 году, можно, в принципе, пересчитать по пальцам. Вот как раз-таки это одна из них. И вот среди гоночек она, в принципе, была одной из лучших. Не лучшей. Лучшая гоночная игра была другая. Но вот это вот недалеко. Так что, дорогие друзья и подписчики, если среди вас есть те, кто застал еще эту игру в 98 году, может, в последующих ближайших годах, и уделял ей какое-то время, может, даже были фанатами этой игры, то я вас, конечно же, с 20-летием этой игрушки, в принципе, и поздравляю. Так же, как и группу разработчиков, которые игрушкой занимались. Так как 20 лет — это не маленькая дата, я бы даже сказал, это дата ностальгическая. И лично мне очень приятно, что вы присоединились к этому ролику в честь памяти такой игры, как Motorhead. Что вы не думаете, пишите, конечно, в комментарии под роликом, будет интересно почитать ваше мнение. Ну или же ваши воспоминания. А я с вами прощаюсь, благодарю за просмотр, ну и играйте только в хорошие игры. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!